Мизяка-дизяка. Умелые ручки. Привет. Привет. Мы будем делать воздушный шар и покатать, дадем даже вот этого пингвиненка. Да. Нам для этого понадобится воздушный шарик, да, который мы заранее надули. Да, надули. Такой большущий. Бумажный стаканчик. Да, правда, он очень высокий, а мы его еще обрежем. Да. Ножницы. Да. И скотч. Да, вот и скотч. И веревочка. Да. Какой цвет понравится? Желтый. Желтый? Он подходит? Да, ну, подходит хорошо. К шару. Да, у нас это нитки мулине для вышивания. Да. Для начала мы обрежем стаканчик, чтобы он напоминал корзину в воздушном шаре. Здесь будет середина. Да? У нас получилась вот такая вот корзина. Вначале, наверное, нужно веревочки привязать к корзине. Да, нужно их развязать ножницами. Мама, он держит ножницы. Какой же красивый. Знаешь, шарик-то подобрали. Это я. Потому что желтый на фоне синего неба очень будет. Как солнышко, вот. Солнышко. Да. Особенно в пасмурные дождливые осенние дни этот шарик будет очень радовать. Да? Я очень люблю желтый цвет. Я тоже. Веселый. Мы сразу веревочку или ниточки несколько раз сложили, да? Чтобы обрезать. Чтобы сразу одинаково длинный получилось. Так и вот здесь. Да. Чтобы эти веревочки не вылетали, надо завязать на каждой веревочке узелок на конце. Чтобы завязать узелок, вот так дважды обмотать вокруг указательного пальца. Раз, два. А потом вот так сделать. Скрутить и потянуть. Вот такой замечательный узелок получился. Клеим первую деталь. Да. Так, значит, веревочки должны идти кверху, да. А узелок вот здесь, а узелок вот тут внизу. Так, ну вот. У нас получилось вот такое. Да, и вот этот узелок не будет давать веревочке выскакивать из-под этого скотча. Вот, смотри, я тебе держу, а ты клей. И теперь ровно посередине между этими двумя. Так. Я думаю, что приклеивать к шарику эту корзину мы будем вот так, вверх ногами. Нам также узелки нужно завязать на противоположных концах веревочек. Наша задача сейчас очень-очень ровно все веревочки приклеить. Очень на одинаковом уровне. Чтобы корзина была ровно над вот этим кончиком. Так, да? Чуть-чуть. Ниже. Все, давай, клей. Пойдет? Да, клей. Отлично. Точно, под углом. Если хотите, можете делать тоже шарики. Да. Такой попробуйте шар сделать для своих игрушек. Да. Или просто, чтобы комнату украсить. Да? Да. Все веревочки должны быть в натянутом состоянии. Так. Вот, нормально. Наш шарик готов. Так, ну а теперь в конце немножечко прижать скотч получше. Да, получше, чтобы не соскочил. Да. Ну вот. Вот. Сейчас посадим его. Полетели! Та-дам! Так, стой. Подожди, вначале он на земле. Да, наш пингвиненок собирается в свое первое кругосветное путешествие. Да. Ура, мой воздушный шарик готов! Куда меня ветер понесет? Здорово! Данька украшает свой шарик. Как красиво! Он рисует пятиконечную звездочку. Ты куда? А вы знаете, что путешественников, которые по воздуху перемещаются, называют воздухоплавателями, да? Как мореплаватели, которые по океану, например. Да.
плавает. Знаете, что если теннисный шарик положить и включить фен, то он будет летать по закону физики, потому что давление здесь будет меньше в струе. Давай. Вот в этой. Но я думаю, что с воздушным вот этим шаром это не получится, но мы все равно решили попробовать. Так, так. Держишь? Да. Держи. 3, 2, 1. Это потрясающе! Давай покажем остальным! Начинаем! 3... Смотри, давай! Он взлетает, пускай! Он летит! Еще сильнее! И куда сам? Маминого разрешения фены не брать. Ну все, теперь мы точно с вами прощаемся. Можете делать воздушные шары и проводить такие опыты. Пока-пока! Пока-пока!